Вот смотрите, какие сильные порывы ветра. Сильнейшие порывы ветра. Сегодня у нас почти штормовой ветер. До 20 метров в секунду. А мои горшочки вот здесь вот на магнитиках, на карнизе с улицы стоят. Им хоть бы что. Абсолютно. Вот какие порывы ветра огромные. Деревья гуляют ходуном. Как себя чувствуют цветочки? Прекрасно себя они чувствуют. Им хоть бы что. Вот такое вот чудо с китайскими магнитиками. А цветочки себе стоят, цветут, благоухают. Дерево аж гнет. А цветы стоят, им хоть бы что. Это те, кто писали, что да вот ветер подует, и они улетят. Не улетают. Во колбасит, да? Вот поэтому, ребята, у меня очень часто не бывает света. Соответственно, интернета. Потому что у нас очень часто бывают вот такие вот ветерочки. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Но на этом сегодня все. Кто не видел видео про цветочки, обязательно посмотрите. Очень полезное видео. Всем пока-пока!